Президент США Дональд Трамп выступил с предложением увеличить в следующем году расходы на оборону на 54 миллиарда долларов. План также предусматривает серьезные сокращения по другим бюджетным направлениям, в том числе по оказанию помощи другим государствам и расходам на экологию. Ожидается, что окончательный вариант предложений Трампа по бюджету появится в середине этого месяца. Как только проект будет готов, его рассмотрит американский Конгресс. Ежегодно эта страна тратит на оборону порядка 600 миллиардов долларов в год, больше, чем любое другое государство в мире.